Павлодарское бизнес-сообщество считает проведение досрочных выборов в Мажилис и Маслихаты своевременной мерой для стимулирования отечественной экономики. Директор фирмы, которая занимается установкой энергосистем, Петр Вырвинский, говорит, что это позволит усилить реализацию многих госпрограмм, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Предыдущий Мажилис, он использовал и создал базу, поэтому сегодня необходимы люди, которые могут развить их работу дальше, создать такую базу, которая могла бы дать толчок для развития нашего бизнеса в Казахстане, чтобы мы могли выходить на евразийский рынок, на мировой рынок с производством нашей продукции. Поэтому я считаю, что это своевременно.